Привет и добро пожаловать на канал, я Джескиран, и сейчас мы с тобой будем смотреть новый видос от Дениса Карамышева, новый в 2021 году. Пенсионная реформа Dying Light. Блин, обожаю эту игру. Вот он и я. Ну-ка, капитан Арменика. Если бы ее как-то улучшили, сделали более хорошо рабочей на PS5, я думаю, я бы, наверное, ее еще раз перепрошел, но... Она работает на PS5 точно так же, как на PS4. Ну, то есть 30 кадров. Лок. Сделан плечо очень знатно. А я буду там плеером, ща. Ну все, ребят, на Иерусалим. Его заколбасило. И просто фарш разнесло. Полетел. Тебя отбросило. Довольные. С таким глухим стуком Петя бьет по репам. Да. Бля, Саня, это ты что ли? А руку можно забрать? А зачем? И махать ей просто. И рука лишняя, что ли? Ну, такой дрочить всяко лучше, чем своей. Она же холодная. Мы микроволновку засунем. Саня до сих пор руку в жопе ждет. Он хранит отрезанную там. Там до этой руке уже остался всего один палец, потому что остальные разъела анальная жижа. Что? Кто? Жижа такая. Это токсичность анальное выделение, это кислота пердёшь. Чего еще? Ты, блядь, как... Ну а что, у вас там нет кислоты? Да я не сформулировал. Блядь, ну да. Нам вот после каждого действия в этой игре нужно связываться по рации с этой бабой тошной. Конечно, мамке звонить. Да, шапку надел, да, пообедал. Нет анальной жижи, не потравился. Да смотрите, например, если провести эксперимент, взять вот... Помните, как с яйцом было? Типа, эту половину мы подержали в кислоте, а эту в блиндомеде. А вот эти оба яйца мы затолкали в жопу. Так, короче, смотрите, человека взять на эксперименты и месяц вот просто ветерком дуть ему на одну сторону лица, а на вторую, знаете, пердеть так сбрызг. Что? Та, на которую пердите, она же наверняка будет такая какая-то пожеванная. Ну, типа, как экстремальные климатические условия. Климатические. В какой климатической зоне вы жили? Ебанутый, бля. Бля, вот это вот пердеть с брызгами, Денис, у тебя это нормально, да? Брызгами от токсичной жижи. Сука! У меня ж горло заболело. От ваших шуток тупорылых. О, погоди, не трогайте его! And his name is John C! Сайден на него сверху прыгнул. Давай, раз, три, два, три. You can't see me, my tongue. Я под срочника какого-то зомбя загнал вообще на другой конец улицы. Да хватит пинать его, я лутать пытаюсь. Кстати, на его полутать уже можно. Петь, у тебя не использовано очко есть. Да, я сейчас. Сейчас мы с Сайденом его используем. Жопа к стенам. Кот коричневый. Так, вот я сейчас говорю со Спайком, вот что-нибудь происходит. У нас пройдет... А, нужны все игроки, вы сначала сюда должны подойти. Да, да, не вопрос. Потому что мы сейчас сольемся в одного ублюдка. А, мы все... Мы в Вольтрона собрались. Так там же туннель есть, вы чё? В жопе у тебя туннель. Интересный факт. Петеровская магистраль. Шестиполосная. Чтобы все машины могли в городе параллельно ехать. Все шесть. Все шесть. Что? Лимончик ел, суки. Лимончик? Лимончик. Ну что у тебя в жизни такое происходит, что ты лимончик просто так жрёшь? Сайда серовский Буратино, только Буратино жарял луковицы, а Сайда жарит лимончики. Да, Сайда жарит говно. Ну давайте. Что, будем участвовать в этом? Давай. В чём, что происходит? Убейте больше всего зомби. Больше всего зомби убить за отведённое время. Больше, чем кто? Чем мы. А, ну поехали. А Денис, походу, не принял участие в этом самом и просто лупит, бегает за ней. А, стоп, а надо что-то нажать было? Было, да. Какая жуть. Лайфстиллер. Господи, боже ты мой.
Что, нам бежать от него? О, сейчас будет интересно. И вот эта игра вроде не хоррор, типа. Ну, то есть, ты такой думаешь, это просто экшен про зомби. Но когда начинается вот эта хрень с зомбарями, вот этими ночными, а ты еще не вкачан, ебать страшно. Да. Наступает ночь. А куда бежать-то? Просыпается мафия. Я бегу, не знаю. Сайт тут просто уебывает. Вот, по идее, блядь. Вот здесь можно быть. Сусанин, сука. Сусайда. Сусайда, да. В киберпанке хоть одна нормально реализованная механика есть? Полноценная. Нету. Ну просто, понимаешь, посредственность всех остальных механик, она позволяет играть в эту игру хоть как-то. Совокупность посредственности игровых механик позволяет киберпанку стать игрой года, вот так вот сформулируем. Совокупность посредственности, мне нравится это определение. А чё за перхоть летает по этой локации? Это не снег, это не пепел, это просто какая-то перхоть. С вами Сайдет бегает просто вот. Гривы свои трясет. Бедный Сайдет, сколько они его стебут-то? За Денисом какая-то коротышка бегает. Кстати, даже он такой маленький. Смотри, как низкий. Это аватар Сани к нам прибежал. Что с ним? Да пошли вы. Так может все-таки в Чувашии действия происходят? Блядь, сука. Я сейчас включу Friendly Fire. О, пацаны, тут ядовитые лишайники, кто жрать? Сайдет бы не выжил в дикой природе. Ой-ой-ой. Бам. Ну, это было просто, пацаны. А чё-то как тут это... Сюжет какой-то упустили. Почему? Я мол, тут никого сюжет. Да, он сайт труп не может выебать, поэтому... Сюжет упущен. Не чувствую развития персонажа. Понял, что это отсылка? К чему это отсылка, но... Это? Гаю Ричи наверняка. Сейчас должна заиграть композиция Born King Дэниела Пембертона. О! Достал? Я поднял эскалибур. Так, ну чё, надо его теря пробовать. Бам! Ох ты, блядь! Нормально он раздает пиздов, конечно. А, нажмите H, чтобы создать компетишн. Я нажал на H и создал компетишн, пацаны. Давай покомпетишнимся. Какой хрень, где ты не принял участие перед этим. А, вот так записываться надо было? Окей. А что, все что ли? Почему все 20 секунд? 20 секунд. Так я зомби не вижу ни одного. Каких зомби? Тебя лута собирай. А, блядь. Я тоже протупил, признаюсь. А я зомби не пошел всю дорогу. Просто задание поделилось на людей, которые умеют читать, и весь остальной сквад. А я даже не читал. Я помню, что в прошлый раз вы били зомби. Естественно. Бывает. Сколько тут комната для тебя, иди сюда. Серовский бордель. Бля, красиво сверху эта игра выглядит, конечно. Сверху? В смысле, с высоты. С высоты 2 метра Сайда смотрит на монитор. А с высоты 2 метра Сайда смотрит на монитор, а Саня так не может. В смысле не могу? Ты, Саня, представляешь, какой мир красивый с высоты? Подождите, на антенне? Вот на антенне нас просят помощи, нам похуй. Ты ж нам похуй. Не-не-не, это потом. Ты чё такой отзывчивый, Петя? Петя всем помочь пытается. Это же, сюжетный дед, с которым мы уже общались, это знакомый. Да пошёл он нахуй. Тёна рифом, прости, я Денисов. Такой, да, у нас там старики хотят есть. Да пошли нахуй. Твою мать! Что это было? Это я телепортнулся. Господи, ты с таким страшным звуком телепортнулся. Ты тонешь, Петя, плыви. Я тону? Угу, ты стонал. Так это я от радости. Это он от удовольствия. И ему рыбка в жопу заплыла. А чё, Динсон на паузе? Он не на паузе, он в этом ковыряется. Да. Ну, помассируй ему там чё-нибудь. Ого! Пипищу! Денис, по-моему, сам справляется нормально. И как хочет. Дрочит, как хочет. Holy shit. Holy shit. Plastic explosives, right? Plastic explosives, right?
Бля, стик эксплюсив. Так, вы слышали когда-нибудь, как говорят турки? Да я знаю, я very much. Здесь есть пластик эксплюсив. Пластик эксплюсив. Бля, половина бюджета студии ушла на шнобель бабы. Слушайте, товарищ арт-директор, нам надо выбрать форму носа. Сложный прикол. Ну, ты когда-нибудь видел волнорезы? Вот. Че к чему, нормальный нос? Вот, я даже не пойму, что не так. Это что такое? Это же Ноум Чомский, который надо было протащить в рифте через... Да-да-да. А, реально сюда надо на дно плыть? Да, нам же сказали. По сюжету же. Да, озеро Изумрудной Мочи, я вспомнил. Сказку легендарную. Мы плывем в изумрудный город по озеру из желтой мочи. По дороге из... Вы больше не в Канзасе, блять, это точно. Калзас. Мы близко уже. Да, я расскажу грустную историю про то, как мне кружку подарили, и мы закончим на сегодня. Кружку подарили? Да. Так, я короче... То есть ты перестал пить из лужи? Сука. Ну, не зря я сказал. Будь повеселее. Какого хера? Чё к чему? А, ну понятно. Что ты там крутишь? Да я же слушаю. Пока что самый долгий разъёб года. Денис 5 минут разъёбывается со старта, сумки на отсталые шутки про лыжу. Порвало. Просто было так внезапно, блядь, и так необоснованно. Просто взял, блядь, наехал с нихуя на Сайдена. О, блядь. Заебись. Неплохо. Спасибо за просмотр. Надеюсь, понравилось и было интересно. До скорой встречи.